друзья, наше путешествие по сказочному острову Бали продолжается, и мы сегодня переехали в новый гестхаус. Гестхаус называется Butterfly, расположен он почти в центре Чингу. Стоимость этого номера, который я сейчас покажу, составляет 50 тысяч рублей в месяц, если перевести на рубли, 9 миллионов индонезийских рупий. Вот. Сейчас покажу, как выглядит территория этого гестхауса и сам номер. В принципе, неплохо. Здесь довольно просторно и хорошо работают кондиционеры. Есть два бассейна, есть второй этаж, есть площадка, небольшое место. Не площадка, а такое небольшое место для занятия фитнесом. В общем, в принципе, все, что нужно для спокойного и не очень дорогого отдыха на Бали на месяц. Вот мы приехали в новый гестхаус. С предыдущего места мы выехали и сняли на месте вот такой вот гестхаус. Здесь территория больше. Есть бассейн, есть столы. Вот такой у нас номер. Этот номер больше. Мы еще вещи не разобрали. Здесь есть диванчик. Кровать вот такая под балдахином. Я еще никогда не спала на такой кровати, чтобы наверху что-то свисало сверху. Здесь будет комфортно. Посмотрим. Мы все-таки на Бали, здесь так принято. Зеркало. Вот выход прямо на бассейн. Хочу показать, какая здесь ванная. Точнее, туалет и душ. Да, тут еще и ванная есть. Огромная просто. Прикольная, с камушками. О, очень интересно сделано, оформлена раковина. Смотрите, велосипед, на нем столешница. Креативненько. Здесь это типа шторки, я так понимаю, такой. Когда душ принимаешь, чтобы брызги не летели. Ну, вот так. В таком стиле. Его еще, чтобы он принес нам еще один стол. Просил немножко подождать. Ну вот такой вот. Здесь пальма вокруг, растения, зелено, солнечно, красота. Здесь мы остановились на месяц. Здесь есть еще кухня. А вот, кстати, рядом с нашим номером стоит стол со скамейками. Здесь можно тоже поработать. Это кухня. Здесь готовят. Едят. Холодильник. Один, второй, третий. Три холодильника. Здесь даже барная стойка есть. Такой вот гестхаус неплохой. Кстати, вот там еще один бассейн есть. Поменьше. Тоже все зелененькое. Здесь лестница, которая ведет на второй этаж. Покажу, что на втором этаже есть. Все здесь стоят доски для серфинга, выполнены в таком стиле. Здесь можно загорать, заниматься спортом. Какие-то немножко ржавенькие тренажеры. Пробуем покрутить педаль на этом велосипеде, что у нас получится. Здесь работает. Здесь лежаки, можно позагорать. Прикольно. Вообще, это такая площадка для спорта. Я, кстати, взяла с собой из Москвы, привезла коврик для фитнеса. Вот здесь можно заниматься спортом как раз. Если он мне и пригодится. Такой вид с крыши.
Лучше заниматься здесь, конечно, ближе к вечеру, потому что сейчас такое солнце сильное. Очень быстро сгоришь. Так, спускаемся вниз. У нас, кстати, в комнате, в номере в нашем, хорошо работает кондиционер. В предыдущем гестхаусе кондиционер был слабенький. А здесь довольно неплохой. Сразу из жары попадаешь в прохладное помещение. Это очень кайфово. Все. Я зашла. Это была дорога от нашего отеля в Чингу до кафе, которое мы сейчас вам собираемся показать. Нам друзья сказали, что здесь очень классно, встречает закат, оно прикольно, это прикольное место, здесь разноцветные пупы и так далее. В общем, экшен дорога была с пробками. В общем, мы сейчас припарковали. Значит, вечер стоит, парковка здесь для одного скутера стоит 5000 рупий. Как тебе дорога, любимый? Экшен? Особенно в конце. Экшен ехать за тобой. Так, это я вырежу. Вот такое вот кафе, сейчас скажу, как оно называется. Расположено прямо на берегу. Мы успели, о боже, неужели, я не верю, мы успели на закат. Обычно мы всегда опаздываем, потому что любим поспать. Так, так выглядит эта кафешка. Сейчас мы найдем... Так, надо пуфики забронировать. Сейчас я узнаю, сколько стоит пуфик. Hello. How much one chair? How much one chair? Туда, туда. Пойдем подойдем туда сначала, я цены спрошу. Hi. How much one chair? Pardon? One chair, one seat. Oh, for two persons. 2%? Okay. Yeah. This information we have minimum spare. Like 150%. Where? Where can we sit? Everywhere? Yeah. But we have minimum spare, like minimum order, yeah? How much minimum order? 150%. 150%. I don't understand, sorry. No, not so fast, please. Slowly. 150,000 for one person? Like minimum. 340 for two. Okay, normal, okay, yeah. В общем, для того, чтобы здесь сесть в этом кафе, can you help us find two chairs?
идти. Without umbrella. Окей. В общем, для того, чтобы... Я сейчас попросила найти нам свободные места. Для того, чтобы забронировать, для того, чтобы сесть здесь, встретить закат и что-нибудь съесть и выпить, нужно на двух человек заказать минимум на сумму 300 тысяч рупий. Минимальная сумма заказа должна быть. Вот нам нашли место свободное. Здесь очень много людей. It's for us? Окей. Okay. Вот нам нашли вот такое вот место. Столик и два буфа. Can you take us menu? Меню. Окей. Вот такое вот у нас место. No, he don't speak English. What is it? Yeah, together. Okay, okay. Together. Так, вот нам принесли меню. Ну что ж. Мне здесь нравится определенно. Здесь можно заказать кальян, выпить, поесть. Все такое яркое, красочное. Друзья, это кафе называется La Planche, находится в 30 минутах езды на скутере по сумасшедшим пробкам. Вы сейчас сами видели, какие здесь пробки. В 30 минутах езды от Чингу. Нужно приезжать сюда, ну, где-то в районе 5 часов, не позднее. Мы приехали сейчас с полшестого. Ну, с 5 до полшестого, потому что солнышко садится, и здесь особенно красиво. Людей здесь очень много, сами видите. Очень широкий, большой протяженности пляж. До воды еще много места. Сейчас, по-видимому, отлив. Видно, как садятся самолеты. В общем, супер. Мне здесь очень нравится. Здесь, конечно, здорово. Такая атмосфера отдыха, праздника. Как и везде на Бали, в принципе. Здесь особенно приятно. Вообще не жарко. Очень комфортная температура. Вау, нам уже все принесли. Мы заказали пиццу большую с курицей и грибами. Вот такой вот размер пиццы. Ведро с пива. Пиво со льдом. Пиво лимонное, бентанг. Очень вкусно на тонком тесте. Здесь цены очень приемлемые. Одна большая пицца, допустим, нам обошлась 120 тысяч
денизийских рупий. Это немного, если перевести на рубли, примерно плюс-минус 600 рублей. Друзья, кайф! Очень много подушек разноцветных с зонтиками. Просто подушек без зонтов. Люди отдыхают, фотографируются, смотрят на солнышко. Вот почему все летят на Бали. Именно вот из-за этого чудесного Индийского океана. Посмотрите, какие здесь сумасшедшие волны и потрясающе красивые закаты. Таких волн и таких закатов я не видела нигде в мире. Наконец-то кокос, о боже мой, через 2 часа, после того, как я его заказала, и когда уже солнце село. Вот такой кокос большой. Такой кокос стоит 50 тысяч рупий. Вот такой огромный, кокосовой водичкой.
трошки. Вид на океан, на волны, на всю эту кафешку. Пойдемте покажем. Ванны. Людей немного, музыку слышно негромко. Здесь можно сюда может подняться и в более спокойной обстановке пообщаться. Полежать, например, на таких диванах уютных. Вам понравился наш сегодняшний выпуск. Напоминаю, кафе называется La Planche, находится недалеко от Щенков.